Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в нашего пиксельного шиноби. Так, уничтожить все алтари крови, вот такое у нас задание. Так, спасибо за сюрикены. Так, убейте всех монахов крови и не дайте обнаружить вас больше 5 раз, ну понятно. Наша основная цель — это уничтожить все алтари крови. Так, значит, мы с вами на верхних этажах, внизу монах. Так, ах, елки-палки, я забыл, ребят, что здесь еще и ниндзи. Да-да-да. Так, эта пушка у нас стреляется. Чекпоинт, отлично. Так. Ну что, давай. А, ну здесь, ребят, тупик. Здесь тупик. То есть нам нужно с вами вниз идти. Ну, естественно, искать эти алтари. Так, ниндзя, иди сюда. Черт, мы не можем попасть. Но он юркий, на самом деле. Так, упал, туда тебе и дорога. Так, наверху я видел, ребят, там монах бегает. Так, давай-ка мы вот сюда, наверное, сходим. Монах, ниндзя. А вот, судя по всему, и алтари крови. Замечательно. Сколько их здесь будет штук, хотелось бы мне знать. Хотя бы писали бы, да, там 5, 2, 1. Так, сундучок мне тут, ребята, нужен. Поэтому, монах, извини. Вау. Так, мы с вами подняли кунаи. Смотри, что делать, а? Ниндзюцу там внизу выпендривается. Дай-ка мы попробуем, наверное, что-нибудь. Так, кунаи. Ага. Мы еще и можем подбирать их. Блин, все-таки задел, а? Так, минус. Дай-ка я, наверное... А, вот здесь тоже можно пройти. Нормуль. Так, наверху там были монетки. Давайте, наверное, мы их поднимем. Они нам пригодятся. Я ушатал его, по-моему, да? Да, ребята, монаха я урыл. Так, опять ниндзя здесь. Ё-моё, вот это я даю, ребят. Просто пробегаю и всех шинкую. Так, здесь тупик. То есть получается, что как бы верхний и средний этаж я пробежался. Отлично. Так, минусанули. Так, а кто это у нас тут, ребят, сидит, а? Притулился. Это, видимо, монах крови, судя по всему. Он там сидит. Так, бомбочка, подожди-ка, дай-ка я ее подберу. А, у меня инвентарь весь забитый. Погоди-ка, вы слышали? Ну-ка. Ха. Где-то, ребята, монахи там бур... Вот, вот он, алтарь крови. То есть они молятся возле него. Ух ты, блин, опять ничего не могу взять. Обидно маленечко. Столько добра пропадает. Черт, я его смогу подбить, как думаете? Ну, вот так вот. Пускай валяется. Так, секира гигантская, под нее нам не стоит, ребята, попадать. Монах, успокойся. Что нам сделать? Мы можем, наверное, с вами понизу пройти, я думаю. Не составит никакого труда здесь. Отлично. Так, опять ниндзя, даже две. Две штуки. Минус одна. Так, и нам нужно идти, наверное, еще одна секира. Господи, так. Не попасть бы под нее. Дурило настоялся. Давай-ка сюда пойдем. Тут у нас тупик. Наверху монах. Забомбили. Так, сундук вижу наверху, ребята. Так, чекпоинт. А к этому сундуку мне не попасть, да? Там каменная стена, точно? О, щит, тихо, Рэй. Не надо так делать больше. Это было глупо с твоей стороны. Прям на секиру прыгануть-то, а? Так, что у нас тут? Я не пойму, это... А, чекпоинт был. Да ладно ты. Хорош, монах. Успокойся. По-моему, ребят, мы с вами не все сделали. Так, еще один тут, да, втихаря. А что это за фигня на мне такая отмечена? А, ребят, какой-то кругляш красный. А, понятно. Меня типа на прицеле держали, судя по всему, да? Монахи эти опытные. Так, ну что? Я так понимаю, нам нужно с вами идти в правую сторону, да? Выше этажом, и там, судя по всему, будет у нас еще один алтарь. Тут тупик. Так, ниндзя, уйди. Ребят, не могу его пробить. В блоке слишком хорошо стоит. Тихо! Ой, ребята, очень мало здоровья. Фух, вроде обошлось. Так, ну что, нам как-то вот здесь нужно наверх забраться, судя по всему. И будет еще один у нас алтарь. У нас задание уничтожить все алтари. Вон он, я вижу его.
Так, ну что же, а теперь я понимаю, надо идти. Вон там он у нас, ребят, по карте фиолетовым отмечено. То есть в ту точку. Там у нас выход или вход, я не знаю. Странно, как, смотрите, ребят, я не могу попасть в ниндзю, да? То есть вероятность попадания очень мала. Монах, ты достал тут уже прыгать? Тот сундук мне... Не, мне его не открыть. Так, ну что, где-то здесь должен быть, ребята, у нас выход. Ага, вижу, вот он. Ну что же, отлично. Хотя мы с вами не уничтожили, по-моему, все алтари крови. Почему-то зачеркнут у нас было. Деревня Черный Лотос, 4-0. Так. Ну здесь нам ничего, наверное. Погоди-ка, что это такое у нас? Семена персиков. Хм. Интересно, зачем нам, ребят, семена персиков, а? Без понятия. Осталось только северное крыло замка. Если Саюри у них, то только там. Приведи ее живой, Хидеаки. Нужно улучшить твою ниндзюцу. А вот это уже меня радует. Давай-ка мы что-нибудь с вами, ребята, улучшим. Так, устойчивость к огню. Это не то. Так, а здесь у нас что? Техника исчезновения. Это мы с вами уже читали. Сюрикедзюцу. Точность метания сюрикена увеличена. Шанс на успешное попадание 77%. Сейчас 65%. Вот, наверное, ребят, почему я не мог хорошо попасть. Резкий рывок вперед. Двойное нажатие вперед. Ага. Так, что у нас еще есть? Танец дракона. Специальная атака кусаригамы. Нажмите кнопки блок, атака и присесть. Угу. Ушира Гири. Тяжелый удар, сбивающий соперника с ног. Нажмите атаку во время бега без оружия. Но это не мне это не годится, ребят. Вот так вот возьмем. Рывок. Я не знаю, нужен нам он или нет. Но потом посмотрим, ребят, пригодится он на самом деле нам или нет. Так, значит, нам нужно с вами дальше идти. Продолжать нашу эпопею. У нас 1500 монет. Спасти Саюри. Вот такое у нас основное задание. Не получи урон ядом. Хм. Ой, сколько тут ниндзя. И все меня уже, наверное, видят, да? Да чтоб тебя, вот как его убить, а? Ой-ой-ой. Так, забираем все эти плюшки. Где нам искать Саюри? Вот что меня интересует. Так, здесь пушка, огнеметка, да? Нам нужно не попасть под огонь, чтобы не сгореть. Побежали. Так, монах. Круто, я ему чайник, конечно, срубил моментально. Ух. Слушай, мне нравится, как у нас меч орудует. У него дамаг просто неимоверный. А эти промахнулся. А, отлично. Так, забираем монетки. Тут у нас монах крови сидел. Так, дай-ка я вот это вот тоже подберу все. Деньги лишними не будут. И заодно с вами проверим. Чувак прыгнул. Так, а вон там тоже, ребята, не есть гуд. Опять же, эти пушки стоят. Чувак сгорел. Хм. Интересно, погоди-ка, так, у нас... О, я мог пройти. Так, что нам дальше? Ну тут ничего, тут без понту. Это самый верхний этаж. Так что давай сюда, наверное, продвигаться. Так, ну, фиолетовым это у нас, ребята, либо выход, либо нам нужно будет туда пойти, когда мы с вами спасем Саюри. Я так предпочитаю думать. Ай, тихо. Ребят, здоровиться теряем. Так, ниндзя, иди сюда. Да ну! Что за ересь? Ну, а ты, монах? Монаха мы подбили с вами. Это боевой монах. Тот монах крови, а этот боевой, ребят, монах. Так что прошу не путать. Так, ниндзя, сгори там к чертовой бабушке. И вон тот сундук мне обязательно нужно будет взять. Так, ну-ка. Поджарит его, нет? Горит, смотри-ка, потихоньку. Вот дурила, а. Да выеживался, одним словом. Так, дай-ка я как-нибудь... Я хочу его надурить, чтобы он... поджарился и потом уже открыть этот сундучок. Опс, тихо. Так опасно делать. Ну, блин. Огненный снаряд не достает до сюда, да? До конца. Есть, поджарился маленько. Ну, сгоришь ты или нет сегодня? Блин, а так его не пробить, ребята. Смотри-ка, блокируется. Так, мне по самому не сгореть здесь.
Вот так вот. Ну что, теперь спокойненько с вами будем открывать сундучок. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Да. Овчинка выделки не стоила. То есть там были сюрикены, а у меня инвентарь переполнен. Так, опять ниндзя. О, Ясио, предатель! Ты посмотри на него, ребята, у него какие-то белые глаза. Как ты мог? Мы были как братья. А он безмолвно. Отвечай! Опа, смылся, да? Хотя, погоди-ка, мне кажется, он где-то здесь бегает. Вон он. Так, погоди-ка, может быть, нам нужно его убить? По-моему, попал я по нему, да? Слушай, он по мне тоже попал довольно неплохо. Так, давай, иди сюда. Где ты там прячешься? Слушай, такое впечатление, что я его не убью. Он у меня за руль отнимает, причем довольно нехило. Где он там? Убил я его или нет? Что-то больше не видно его. Странно. Так, значит, это был у нас Ясио, да? Значит, мы его нашли. Где-то он ныкается здесь. Хм. Ладно. Тут, ребят, тупик. Нам надо отсюда, по-моему, выходить. Да? Да, так оно и есть. Здесь бесполезно находиться. Нам нужно все комнатки абсолютно просмотреть. И самая главная задача — это спасти Ясио. Это нашу девчулю. Ой, елки-палки, тихо-тихо-тихо. У нас, ребят, здоровья очень мало. Буквально на один плевок. Так, погоди-ка. Блин, сундук хочу взять. Что тут выпадет? Ох, сколько денег. Слушай, если я сейчас рвану за деньгами, меня разрубят. Не будем так рисковать с вами, да? Так, подожди. Пойдем наверх потихоньку. Слушай, неужели мне нужно перепрыгивать через эту секиру? Я думаю, что не обязательно, наверное, да? Или... А я сюда запрыгну? О, можно и так было сделать. Нормуль. Я просто боялся, что она нас разрубит. Опять монах. Тихо, и ниндзя тут. Так как же ты меня достал? Разрубила бы его, а? Да не меня, говорю, а его. Хорошо, что у нас, ребята... Откуда мы начинаем, кстати? Чекпоинт-то был? По-моему, самое начало, да, у нас? Хорошо, ладно. Пошли тогда проверим, что у нас здесь наверху. Наверху, по-моему, ничегошеньки нету хорошего. А нет, смотрите-ка, деньги. Так, давай вот эту вот комнатку еще прошмонаем. Так, опять деньги. И все. Слушай, где же у нас ребята с вами с... А это кто? Ясио, а они что тебе предложили? Как ты мог предать семью? Убей меня. Что? Так, мы опять его, да? Встретили. Где он бегает? У него техника исчезновения есть. И он синенький. Эти обычные ниндзя. А тот именно синенький. Ясио. Ну-ка, попробуем. Почему мы не можем, ребята, вот бросать как бы вот вниз немножко, да? Было бы неплохо. А так... Тоже не получается. Ладно, фиг с ним. Разрубил. Не так, так по-другому, да, будем с ним разговаривать. Слушайте, у нас остается всего лишь два места, где мы с вами не были. Давай-ка мы вот сюда вот спрыгнем. Вниз. Так, тихо. Двоих просто сразу же, одним ударом. Ух ты! Так, подожди, это что такое было сейчас? А, чекпоинт, видимо, да? Судя по звуку. Так, ну что, нам надо... Нам надо с вами... Как бы этого олуха-то подбить, а? Будет преследовать меня теперь, да? Так, а здесь? Иди ты! Монах, опа! Нормуль. Блин, я не знаю, ребят, как они так могут блокировать мои удары? Причем резко. О, кстати, во. Это не Ясио или случайно? По-моему, это он. Так, тихо, парень. Да елки-палки. Не могу пробить. Ну? Куда он там исчез? Да ладно, прыгнул. А звездюлица маленько. Так, он внизу. Ребята, Ясио у нас находится внизу. Вот он. Ага. И, кстати, внизу уже и Саюри. Смотрите, он находится, связанная.
Что бы нам сделать? Так, тихо. Не то я хотел сделать. Что он звездочки куда-то, ребят, бросает непонятно куда. Так, и последний удар ему нужно сделать, чтобы его убить. Есть. Вау, смотри, душа куда-то улетела. Убейте всех Такарахабу. В общем, я, короче, по-моему, это сделал, да? Раз зелененьким отмечено. Нет, не сделано, потому что я Саюри еще не спас. Нифига вы там, ребята, метаете. Сгорели? Ну, то-то и оно. Ну что же, Саюри, радость моя. Давай мы ее освободим. Спасибо. Отправляйся в деревню. У тебя с сенсеем предстоит серьезный разговор. Хидеаки, мы все в опасности. Ясио рассказал о нашей деревне солдатам Когтя. Черт. Думаю, нам нужно отправиться туда. Да, отправляемся немедленно. Вот, держи, я стащила ключ от дверей. Ключ от дверей. Хорошо, ребята, судя по всему, это нужно идти вон там, где фиолетовая отметинка, то есть выход. Так, ну в принципе, ребят, никаких проблем здесь не должно быть у нас, я думаю, да? Ниндзя этот бесявый стоит там, а? Вот так вот достоялся. Как нам лучше-то? Наверное, вот так вот пойдем. Надеюсь, тут никаких тупиков не будет. Так, чекпоинт, хорошо, мало ли там по дороге что случится. Например, вот такая вот секирушка тебе головешку хоп и срубит. Так, монахи вата. Просто рубим их налево и направо. Так, подожди, что тут, тупик что ли? Ну-ка, опа, нормуль. Вот смотри, вот мечешься, никак. Никак его, ребят, не пробить. Так, тут надо пробежать быстренько. Ох, ядрите на корень. Так, монетки поднимем. И все выше, выше, выше. И там, ребята, в принципе, сейчас уже будет выход. Чекпоинт внизу был. Я его заметил. Вот он. Отметились. Ну. Господи, я думаю, что я не могу подойти к нему? Здесь уступ. Да ладно, вы хотите сказать, что у меня меч сломался? Ой-ой-ой-ой, ребята, вот это вот плохо. Без меча-то как я буду? С кусаригами бегать, да? Монетки мои, не трогай, олух. Да иди ты в пень! Монах, успокойся. Не знаю, ребят, мне почему-то кусаригами не очень нравится. Давайте возьмем, наверное, вот этот вот меч. Пускай он, конечно, не очень хороший, да? Но, по крайней мере, эффективный. Так, погоди-ка. Нам нужно где-то здесь, ребята, наверх с вами подниматься. Дверь будет именно вот здесь. А где? Поточнее, господи, я еще и загорелся. А где дверь-то? Погоди-ка, я не понял юмора. Дверь должна быть вот тут где-то находиться. А, вот она, ничего себе, они ее припрятали. Ну что ж, ребята, мы с вами отправляемся в деревню. Так, 5-0, деревня Черный Лотос. О-оу. Оу, тут уже солдаты. Ну давай, 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 иди сюда. Так, еще и ниндзя. Да, это не есть гуд, на самом деле. Да отвалит от меня. Получил олух. Так, ребята, у меня еще есть 6 бомбочек. Мы можем, в принципе... Так, ниндзя, иди сюда. Я для тебя там бомбочку положил. Так, ребят, я уже и забыл, где она сама-то находится. Лишь бы не попасться. Так. Давай-ка мы... Подожди секунду. Я забыл там, где бомбочка находится. Я сейчас побегу и могу на нее напороться. Так, дай-ка бросим. Ёлки-палки, я загорелся. Ай, на своей же, ребята, бомбе. То есть я ее близко слишком бросил. А кто у нас тут, а? Что это за повешенный чувак? Я его могу как-то освободить? Перерезать веревку, например? Нет, ребят, не могу. Хм. Так. Мы всех поубивали здесь или нет? Не понял я одного. Так. Ага, еще один ниндзя. Давай-ка вот сюда бомбочку поставим. Е! Прям на нее приземлился. Молодец, красавчик. Все мертвы? Они заплатят за это. Хидеаки, будь осторожен. У меня, кроме тебя, больше никого нет.
Я принесу голову Мамору и Майи и его демонов. В свитке, что я украл, сказано, что Сакурадзима — это место силы. Думаю, там Мамору и совершил свои обряды. Он сейчас находится там, я отправляюсь туда. Найди мое оружие в развалинах моего дома, пока меня не будет. Как скажешь. Угу, понятно. Ну что, ребята, мы с вами, наверное, отправляемся в дальний путь, как всегда, да? Эй, ты горишь! А кто это такой? Я горю, твой дом горит. Твой сенсей сгорел, и ты сгоришь. Что ты несешь, придурок? Так, это кто такой у нас? Ёк-каламане! Это, ребята, очередной демон. Слушай, ну, судя по всему, он вата. Я ему уже неплохо так нахлобучил. Так, подожди, ребята. Он бросает фаерболы. Так, ладно. Парень, давай поговорим. Ох ты! Знаешь, в чем проблема? Что у меня очень мало здоровья. В принципе, у него тоже не очень много. Давай, как говорится, кто кого. Кто кого передамажит. Если бы я еще не напарывался на эти фаерболчики маленькие, было бы вообще замечательно. Так, ну где ты там? Выходи сюда, олух. Тихо, тихо, тихо. Не буянь, пожалуйста. Где же он? Вот он. Опа! Обалдеть, еще и столбы огня тут вызывает. Так, тихо. Блин. Фух, повезло. Ребята, у меня просто очень мало здоровья. Очень мало. Сейчас любой фаербольчик или какая-нибудь ерунда до меня дотронется, и все, и я рассыплюсь. Тихо, 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 тихо. То есть ему тоже один... Да, ему тоже один удар, ребята, оставалось. Ну что ж, давай переиграем. Теперь-то у меня здоровье будет полное, в отличие от первой драки. А теперь пойдем веселиться. Иди сюда, демон. Демон огня. Так, отлично. Главное не давать ему, ребята, расслабляться. Просто бьем его бесконечно. Плевать он тут, что он там фаербол свой бросает. Главное наносить ему дамаг. Так, а эти шары еще и самонаводящие, да? Ёп, красоты! Подловил, хитер. Так, давай-ка. Вот так вот. Ну что, олух? Я смотрю, тебе конец настал. Останови огонь. Мы с вами получили достижение. И очередного демона огня мы с вами подбили. Ну что же, отправляемся на задание. Сакурадзима. Где-то здесь Мамору и Май и монахи крови проводят свои оккультные обряды. Слушай, ребят, это, по-моему, похоже, знаете, на что? На какой-то вулкан. Сакурадзима, 5-1. Хорошо. Давайте, ребята, наведем здесь порядочек. Слушай, а что они такие ватные? Раньше я с ними, ребята, не мог справиться, а сейчас просто шинкую. Так, где-то монах крови. Он меня достанет. Он не один, их тут два. Нормуль. Так, чекпоинт. Так, самураи. Давненько мы с вами не виделись. Дай-ка я попробую, знаете, что сделать? Вот такую вот штуку, подляночку ему сделаем. Пускай встанет. Хе-хе-хе. Сгорит или нет? По идее, должен. Смотри-ка, чуть-чуть не хватило. Ладно, будем знать. Монах крови. Так, слушай, подожди, а мне обязательно наверх надо? По-моему, так, он стоит, ждет, да? На изготовке, смотри. Ну-ка попробуем сейчас. Точно, не пропустит меня олух. А если его... Не получится, да? Черт. Ну зачем так надо было делать? Я еще и сам загорелся. В общем, не очень, ребят, советую вам, если вы бросаете мину, рядышком с ней находиться во время взрыва. Ну вы только что сами видели, что происходит. Так, сгореть не сгорит, наверное, да? А так... Ай, красота. Ну что, можно, в принципе, просто их добить. А, не, они сгорели. Перышко какое-то подобрали. Так, монахи. Монах крови, тихо. Ну что ты, что ты, что ты тут выеживаешься в ней? Да, вот эти, конечно, сюрикены отравляющие. Это плохо, ребят. Если мы попадем на них, то будем терять здоровье. Так, тут еще и какие-то сталактиты. Так, смотри, он меня берет. Ага, он еще и урон наносит. Ах ты, олух.
блин, там, ребята, золотой сундук какой-то. Хитрим, хитрим, конечно же. А по-другому нельзя, ребят, на. Ай, хорошо, что не загорелся хотя бы я. Да ладно тебе, как ты выжил-то? Чудик. Встал на мину, еще и выжил. Что нам здесь? О, сколько, ребят, монет. Круто. Только деньги нам уже, по-моему, ни к чему. У нас деревня-то сгорела все. И это обидно. И так бы, если немножко бы затарился, хпшек бы купил бы, или еще что-нибудь. Или скрафтить можно было бы, да? Что-нибудь на худой конец. Слушай, а что он такой непробиваемый-то, эй? Офигеть, сколько нужно у него было бросить, чтобы хоть сколько-то отнять здоровье. Так, уходим. Уходим, 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 ребята. Я, по-моему, успел, да? Да, я успел. Фига там такая орава за мной бежала. Так, вернуться в деревню. Хм, а зачем? У меня же потухло. Все твои вещи в домике на дереве. А, спасибо, Саюри. Пришли те, кому удалось спастись. Поговори с ними. Да? Опа. Привет, Хидаки. Мы восстановим деревню, но для этого нам нужны деньги. Мы восстановим деревню за деньги стального когтя. Для начала нам нужно 2000 монет, чтобы восстановить додзе. Да, конечно, держите. Чтобы восстановить дома, надо еще 2500 монет. Я найду все тайники стального когтя. Угу. Ребята, у нас... Подожди, а я думал, что он мне додзе починил. Обманул меня старый пройдоха. Ладно, ребят, пойдемте искать тайники стального когтя. Сакурадзима 5-2. Опять мы где-то с вами, ребята, в горах. Опять тут куча монахов. Монахи крови. Так, интересно, а где здесь, ребята, те... Тихо, не надо. Бросает он в меня свой отравленный сюрикен. Где здесь, интересно, тайники? Как они обозначаются? Хм, не знаю, ребят. Чекпоинт. Знаю только одно, что мы можем с вами просто вот бежать по прямой. Да? Это у нас как бы средний этаж получается, что ли? Ах, ядрить тебя на корень. Так. А, вот они, значит, эти. Да, ребята. Это и есть сокровище стального когтя. Так, ну-ка. Попал, по-моему, да? Да ну, блин. Еще сейчас раскромсают меня здесь. Так, сколько нам нужно? 2500, да? У меня в данный момент даже и 1000 нет. Это месть была. И месть будет жестокая. Так, ладно, хорошо, давай пройдем с вами до конца. Тут чекпоинт. С этими самураями я не буду связываться. Ну их нафиг. Все равно, ребята, они тяжелые, и фиг пробьешь их. Обожаю, как у нас получается шинковать этих чувачков. Просто на ура. А вот самураи вот эти вот. Это вот, это жестко, конечно. Очень жестко, на самом деле. О. Так. Что у нас тут? Ребят, мы, по-моему, с вами до тупика дошли. Ага. А это уже выход. Погоди-ка, мы с вами нашли только лишь одно сокровище, да? У нас есть еще высший этаж и ниже. Если мы туда сбегаем и посмотрим, может быть, там тоже найдем немножко голды. Я просто не вижу смысла выходить отсюда. Нам нужно 2500 монет в любом случае накопить. Ладно, давайте мы проверим с вами это дело. Как говорится, чтобы уже наверняка знать. Так, не буду я здесь, наверное, ни с кем драться. Пойдемте сразу напрямую. Тут у нас все равно практически ничего не осталось. Так, и пойдем, наверное, вниз. Отлично, забомбили. Ну, попробуем втихаря его сейчас. Эть, не получилось. Ну, бывает. Ох, какая наковальнюшка здесь, ребята. Жесткая. Было бы неплохо, если бы они попались под нее. На. Так, бежим. Слушай, я думаю, что, наверное, здесь где-то будет еще золотой сундук, в котором будут лежать деньги. Потому что у нас задание, у нас даже, смотрите, ребята, миссия, в котором нет никаких заданий. Просто пусто. Обычно там убить что-нибудь, да? В невидимости, а тут ничего нету. Погоди-ка, у меня что, оружие закончилось?
Да, придется вот этот вот, ребята, мечишка взять. Слабенький, ничего не скажу. Но в рукопашку я не хочу бегать. Так, давай-ка вот сюда мы, наверное, пойдем. А что тут идти? Тут ничего нету. Так, наверху монах. Ну давай, вот так вот. Минусанул, отлично. Погоди-ка, а там этот выжил или нет? Мах крови, монах крови-то. Нет, не выжил. Ладно, побежали далее тогда. Остается последняя комнатка. Так, тут самураи. Тяжелая элита, да, скажем так, самурайская. Но я с ними связываться не буду. Это... Вот. Я же так и думал, ребята. Отлично. Погоди-ка. Всего лишь 1385. А нам нужно 2500 монет. Слушай, я почему-то сомневаюсь немножко, что у нас будут остатки деньги на самом верхнем этаже. Я, конечно, сбегаю туда, проверю. Но мне кажется, нам не хватит. А если не хватит, что будет? Миссия провалена или как? Или нам дадут возможность еще сюда сбегать? Очень много вопросов и никаких ответов. Надо все, ребят, самому проверять. Так. Здесь все тихо, да? Нам нужно еще выше. Ага, вот сюда. Монахи... Да елки... Рэй, хорош, давай повнимательнее. Не надо сейчас вот тут вот ерундой заниматься. Да чтоб тебя! Ну просто бам... Ты можешь просто взять... Меня сейчас тут расчекрыжат, пока я тут буду прыгать. Ну... Зачем ты в прыжке это делаешь? Я не понимаю, зачем... Ты можешь просто... Ребята, у меня уже просто паника. Я уже паникую. Наконец-то. Так, иди сюда, олух. Ой, тихо-тихо-тихо, бежим. Бежим. Так, тут везде, ребята, ловушки, сталактиты эти. Хитренькие, да? Так, монах. Блин, не подбил его, жаль. Чекпоинт. Ну, хотя бы чекпоинт уже, ребята, хорошо. Если нас подобьют здесь, нам не с самого начала придется идти. Зачем? Зачем я встал? Я же видел этот сталактит. Слушай-ка, а сундучка-то я пока не вижу. Тут остался совсем ничего, да? Где сундук? Мне нужен сундучок. Ага, вижу наверху. Даже два. Ага, значит, наверное, мы здесь с вами и наберем ту самую сумму. Так. Здравствуйте, приплыли. Какие-то бомбочки дают мне. Зачем они мне? Так, сколько, ребята, у нас остается? Погоди-ка, 2000. 2000 всего лишь. Блин, ну этого мало. А где еще 500 монет брать? Может быть, я где-то пропустил сундуки? А, ребят, может же быть такое? Мы с вами как бы все время понизу бегаем, а поверху тоже можно будет пробежаться. Хм. Но в любом случае, у меня отмечено уже по карте, что я должен идти на фиолетовую отметку. Странно, конечно. Очень странно. Но тут нет сундуков. Вот бегаю, смотрю, нету. Здоровье у меня, конечно, хоть отбавляй. Да, уничтожили. Так, чекпоинт. Хорошо, что он здесь недалеко у нас был. Давай тогда пойдем. Сейчас нам нужно... Сейчас нам нужно, ребят, с вами куда? Ну, по идее, вниз, да, спрыгивать. Так, где этот монах, который меня там палит? Палевщик. Слушай, а здесь мы все с вами обшмонали. Так же, как и внизу. Вот что я хочу тебе сказать. Поэтому другого выбора нету. Нам нужно... Тихо. Нам нужно с вами бежать. Да, это вали ты. Псих недоразвитый, да? Так, чекпоинты. Так, здесь у нас тупик, здесь ничего нету. Да, ребята, в любом случае я не мог чего-то упустить. Все собрал, все, что можно было. Так что давайте выходить. А может быть, это не выход, может быть, это следующая локация. Нет, это выход. Деревня Черный Лотос. Хм, ну-ка. Чтобы восстановить дома, надо еще 2500 монет. Я найду все тайники стального когтя. Ребят, короче, он не хочет, он отказался.
понимаете? Так, Сакурадзима 5.3. Слушай, по-моему, новая локация, да? Слушай, действительно новая локация, мы здесь с вами не были. То есть я буду здесь бегать до посинения, пока не найду 2500 монет. Ну, то есть мне уже надо будет всего лишь 500 монет найти. Ладно, постараемся это сделать, дело. Так, алтари крови здесь еще. Ой, а это кто такой? Погоди, ребята, я не понял, что это за... Так, здесь что у нас? Деньги. Деньги, деньги, деньги. Блин, какие-то демоны, ребята, там за мной бегут. Смотри. Офигеть, откуда они взялись-то? Здоровые такие. Чего? Вы видели? Вы видели, что самураи уже с пушками ходят? Да, прикинь. Жесть. Так, у нас с вами... Нам не хватает 80 монет. Так, сундук вижу. Вижу сундук. Офигеть, они еще и с пушками. Ну, есть. Насобирал я нужную сумму. Так, ребята, и давайте, наверное... Что такое? Я думал, мы в деревню с вами попадем. А по ходу дела нет. По ходу дела мы пришли к боссу. Какой огромный! Никто не устоит перед моими ударами! Это они. Сила удара не имеет значения, если ты не попадаешь в цель. Логично. Так, ребята, я понял. Ему нужно бить в лицо. Так, ну-ка. Ать! Слушай, ну он медленный какой-то, неповоротливый. Но урон мы ему тоже наносим какой-то не очень большой. Так, тихо. Ёпперс, это неплохо он звезданул мне. Тихо, отвали. Я надеюсь, он тут ничего больше не будет делать. Стоит на месте и машет своим мечом. Понятно. В тело бесполезно бить. Только лишь в лицо. Так, потихоньку, ребят, потихоньку. Да успокой. Так, это что получается? Еще удары, я труп? Ну-ка. Дай-ка я бомбочек под... Не туда, не туда, подбрас. Да, ребята. 4 удара и все, я труп. Да, эти бомбочки, по-моему, вообще ни о чем. Ладно, а так если... Тихо, тихо. Не надо буянить. Жесть разрубила, а? Конечно, переигрываем. В общем, ребята, берем с вами кусаригами и будем бомбить именно ей. А почему именно ей? Потому что она, мне кажется, наносит больше урона, чем тот же самый мечик. Мечик у нас там обычный, а кусаригами еще вроде более-менее. Так, начинаем. Главное не расслабляться и не давать ему покоя. Так, да елки-палки, я буду попадать. Да ну хорош, ну... Да, Рэй, господи, ну... Просто нужно попасть по его милой, уродливой морде. Так, отлично. Так, перепрыгиваем. Ага. Почти половину здоровья я у него отнял. Вот, теперь ровно половина. Ух, понеслась маза. Тихо ты. На тебе. На еще разок. Получи. Распишись. От утырок, блин, все-таки толкнул. Все-таки он меня толкнул, а? О, тихо, ребята, ну это уже... Да получишь ты по морде или нет? Так, началось, да, ребята? Он начинает вырыгивать демонов. Ясно. Так, слушай, у него здоровье на один удар. Блин, у меня, кстати, тоже на удар. Не могу попасть по нему, а? Хоть ты чё... Е! Так, достижение. Скорость против силы. Нахлобучили мы этого демона. Они... И я думаю, что теперь нам нужно возвращаться в деревню, да? 2500 монет мы с вами надыбали, пускай восстанавливают. Ну-ка. Чтобы восстановить дома, надо еще 2500 монет. Держите. Осталось еще немного, 3000 монет, и деревня будет как новая. Я принесу в следующий раз. Вот так вот, ребята, нам нужно еще с вами 3000 монет насобирать, то есть... Я отправляюсь в новую локацию. Ну, а на этом мы будем, ребят, с вами закругляться. Продолжим уже в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.